Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг прятки в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет, и сегодня у нас очень необычная серия, спасибо вам за ваши лайки, за то, что мы набрали 15 тысяч лайков, и сегодня у нас для вас сюрприз, да, Эдисон? Конечно, ребята, сюрприз, мы продолжаем нашу рубрику «Троллинг прятки», но с некими челленджами, вот что да. Это типа хоррор, да, будет? Хоррор, это хоррор, хоррор страх. Чуть-чуть темнота, хоррор. Поэтому мы больше тянуть не будем, или ты еще хотел что-то сказать, там лайки? Ну, 15 тысяч лайков, да, и будет новая серия сразу. Да, новая серия выйдет как можно быстрее, поэтому давай, Джека, побежали, быстро. Все, да, пока. Ребята, как вы уже поняли, сегодня мы будем играть с темнотой, с blindness, то есть мы ни черта не будем видеть, поэтому в этой серии я сделал такой мини-зомби-апокалипсис. Это, я не знаю, это строение сериала «Ходячие мертвецы», ну там, не помню, с какого, 4-го сезона, где они были в тюряге, да, они там прятались, вот. А поэтому тут у нас будет лес, тут у нас будут зомби на улице бегать, а тут у нас такая небольшая тюряга. Учитывая то, что Жека ни черта не будет видеть, потому что у него будет все темное перед глазами, черный экран, Жеке будет очень сложно меня найти, а я спрячусь. Не удивляйтесь, то, что я смотрю на Жекин писюн, я спрячусь в очень таком... Вы там сами увидите, где я спрячусь, я вам еще больше не скажу, поэтому давайте, ребята, мы сначала пойдем на карту Жеки, попытаемся хотя бы его найти, я не говорю сможем, хотя бы попытаемся, потому что... В темноте очень сложно, тем более у него также, наверное, хоррор. Поэтому давайте мы сначала пройдем его карту, а потом уже вернемся на мою, поэтому погнали. Ну что, Жека, ну что? Эдисон, давай, ищи меня. Я тебя жду, ты там, давай, ты справляйся. Жека, что у тебя за карта? Ага, кладбище, значит, да? Кладбище, значит. Да, Эдисон, это хоррор, ты меня ищи обязательно. Это хоррор. Да, ты можешь себе никнейм включить, а то мне тут это... Никнейм? Я тут сижу, скучаю. Нейм-шоу, хорошо, Жека, я включил никнейм. А у тебя, как я вижу, тут есть какой-то секрет на кладбище, какой-то проход вниз, да? О, да, ты посмотри, что там. Ой, и что это за покатульки тут? А тут вообще, там очень страшные вещи на кладбище творятся. А ну, может, тогда мне сюда не идти, Жека, если они очень страшные? Бойся, Эдисон, бойся. Это необычное кладбище. Тут скрываются различные секреты. Но на самом деле тут ничего нету, тут ничего страшного нету, Жека. Думаешь? Ну ладно, хорошо. Ничего там вообще страшного нету, поэтому я буду отсюда выбираться. Так, а что у тебя дальше? Нет. Ну, вот, на меня эти скелетоны вообще как бы смотрят, да? Поэтому это 100% не ты. Да, ну хорошо. Да, ты бы на меня не смотрел. А тут что ли? Ой. Так, я чуть вообще не могу понять, где я на самом деле. Эдисон, давай, ну ты вообще рассказывай впечатление, мы как бы... Ой, твою мать, я реально пугался вот этого. Оборотин. Жека, так страшно, когда он на тебя с темноты выбегает. Я реально обосрался, это ты поскорее. Да, это я. А, нет, не ты. Я реально обосрался немного. А, Жека, дай мне еще раз блайндес. Он пропадает, когда я умираю. Да, сейчас дал. Эдисон, ищи меня, Эдисон. Тут какие-то улитки бегают, это ты? Нет, не ты. Так, хорошо, сейчас меня опять кто-то напугает, я опять обосрусь немного. Деревья, нет, вот деревья... О, твою мать! Это реально страшно, когда он выбегает. Ну ты, расскажи впечатление. А чё, ну я хожу по лесу. Я тут хожу, у меня тут оборотень на меня выпрыгивает. Вот все впечатления, понимаешь? Все впечатления. Ну то есть как бы сложно, да, искать с блайндесом? Да, не то, что сложно, немного неожиданно просто, что ты увидишь впереди, можно так сказать. Ну, твою мать, вот я опять напугался. Жек, не, Жек, дай мне опять блайндис. Почему блайндис пропал? Так, зато я увидел, пока у меня блайндис за секунду не было, я увидел, что тут наверху есть какой-то дом. Да нет, там вообще ничего. Да. Да, я тебе говорю. Да. О. Что за звуки? Что за звуки сейчас были у меня? Какие-то. Звуки какие-то непонятные. Сейчас звуки вообще не странные. Жека, иди ты нахрен, что-то сюда мне страшное такое поставил. Какие-то звук, я прям потом холодным покрылся, Жека. Да. Поставил какую-то дичь. Да? Не. Так! На крыше... Не, на крыше ничего нету. Так, а что это за дом вообще? А это... Все, я сейчас наушники сниму за этим кончиком. Здесь умерла семья Эдисон. Это было... Это было очень темно. А всякие монстрики тут у тебя, Жека. Ой, тут зачем меня кто-то напугает? Не так все просто, как ты думаешь, Эдисон.
Да. А что не так? Что не так? Кто там упал? Это ты упал, Жека. Это маньяк-убийца. Он идет за тобой, Эдисон. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Да что за звуки? Это ты перги... Опа. Жека, что у тебя тут... У тебя тут... Я тебя разочарую, Жека. У тебя тут сквозняк в доме, понимаешь? У тебя тут щели даже. Между картинами у тебя тут щели, Жека. Да, щели, о, это вообще ужас. У тебя тут между картинами щели. Это ты тут пердишь всю серию! Ой, ну ладно, Эдисон, это был... Мне понравилось, в принципе, прикольный экспериментик, такой немножко хоррор в прятках. Немного... Я реально напугался, когда на меня вот эти оборотни выскочили, твою мать. Ну посмотрим, напугаюсь ли я? Да не, у меня на самом деле ничего такого нет. Давай, Жек, погнали, давай. Ну что, Жек? Я иду к тебе, Эдисон, я иду за тобой. Да, ну ты рассказывай, что ты там видишь, Жек, что там интересное творится такое. Тут какие-то, тут деревья какие-то стоят странные. Жек, это зомби-апокалипсис, понимаешь? Это зомби-апокалипсис? Это зомби-апокалипсис. Ну мне уже страшно. И на самом деле мне пока не страшно, нужно звуки погромче сделать. А у меня звуков таких нет, я такое не смог поставить, как ты. Всякие страшные звуки. О, ну ты, конечно, вообще. Всяких оборотней каких-то непонятных. Да я вообще... Падала, Кристина меня убила. Эдисон, снова blindness. Давай. Снова blindness, да? Да, blindness. Но так, подожди. Я на самом деле вообще не понимаю, куда я иду. Я куда-то иду. Ты рассказывай, что ты там видишь, Жека, что там интересное. Ну смотри, я иду и вижу деревья, вот я просто... Там очень густой лес такой, Жека, очень густой лес. Может, вообще свалю уже с твоей карты, просто хожу и где-то... Не, я вижу твой ник. А, да, нет, нормально. О, машина какая-то. Ты включил ник, Жека? А, name show. Да, все, вот, я вижу твой ник. Это машина тут стоит. Машинка, да, беленькая такая, да, вроде? Или какая? Да, беленькая. Мне не нравится эта машина, я просто не еду. Почему? А тут не топи... Ты дебил! В речку! Смотри на этого придурка. А, то есть ты видишь меня, да? Нет. Все не так просто. А, застрял в машине! Все не так просто, Жека. Так, может, мне нужно на грузовике поехать? А, ну может быть. Это пожарная машина, Жека. Ну я понял, да, пожарки. Она сама едет, Жека! Куда она едет? Да пускай. Куда-то уезжает. А военную машину, вот там всё зелёненькое. Где? Вот, а, вот, вижу, вот, да, вижу, ага. Ну ты мне сам как бы говоришь, что нужно что-то делать, да, мне кажется, да, ты слепой, да. А подожди, а вот за забором, вот сзади, там мне кажется, что-то прям очень странное творится. Да нет, там ничего нет, Эдисон. Да есть. Да нет, я... Да ты проверь. Да я пойду вовнутрь, Эдисон, ты не переживай. Внутрь, ну хорошо. Тут Стивы бегают, пугают меня. Стивы, это выжившие, которые убегают от зомби. Ты тоже, Жека, осторожно, там этого зомби может... Я тоже выживший, да? А я сам зомби, Эдисон, я сам... А где ты вообще? Я даже твой ник не вижу. Да? Ну ты, конечно, слепой. Да. Ты, я вообще слепой, да, ты, а не ты, так что давай. Ага. Ну ты просто далеко убежал, я не вижу твой ник. Эй! Стоять! Кристина убила! Кристина убила, да. Ага. Я не понимаю, Эдисон, где ты, честно говоря? Вообще не понимаю. Вообще? Вот прям, вот... Подожди, вот прям... Ну подожди, в ростовом блоках тебя нет, а может ты наверху где-то? Мне кажется, Жека, там ничего нету. Ничего. По какому-то мосту идут какие-то холодильники стоят. Ну это как бы. Какая-то еще дичь. А что это за прыжок куда-то тут в бездну? Я не знаю, что тут. Ты прыгнул? Ладно, прыгнул. Да. Там ничего нет у нас. Куда ты прыгнул, Жека? Ёханы бабаханы, где я? Эдисон, что ты тут построил? Мне страшно. А что там, подожди, а что там? Я куда-то спускаю. Я, понимаешь, там был люк, а в люке просто темнота. Я не знаю, куда я прыгнул, вообще не знаю, где я сейчас. Жека, ты что, дурак? Я там ничего не строил. Да, конечно. Да я там ничего не строил, наверное, с предыдущей части вот этого троллинг-пряток. Жека, ты куда прыгнул? Да. Жека, ты куда прыгнул? Я не понимаю вообще, куда я иду, потому что я нифига не вижу. Так, а куда ты прыгнул, Жека? Я тоже не понимаю. Рычаг какой-то. Ах ты, падай сюда, иди! Да ты подожди, придурок! Жека, ты суть не уловил. Зачем ты меня убил, идиота кусок? А чё? Зачем ты меня убил, идиота кусок? Вот, а чё? Вот выпей зелья, выпей молоко. Придурок. Куда ты... Почему ты меня убил, придурок?
Ты понимаешь то, что я специально там сделал рычаг, чтобы спасать вот таких дебилов, выживших, как ты. Вот тут безопасное место, тут нас зомби не тронут, понимаешь, придурок? А ты убил единственный шанс на надежду. Собственно, который он показывал. Вот, ну ладно, Эдис, я в принципе тебя убил. Ты меня не убил, нет, почему ты меня убил? Ты просрал сам свой же шанс на спасение, понимаешь? Я специально построил место это для выживших, а ты, я тебя сюда заманил, понимаешь? Да, хорошо. Почему ты меня убил, у меня такой вопрос, Жека. Почему ты меня убил, придурок? А? Почему? А, хорошо, будем действовать по-другому. А что ты хочешь, могу понять? А чё ты хочешь, придурок? Да! Всё, победа! Это победа! Всё, какая победа? Чё ты вообще делал, дебилов кусок? Чё он вообще от меня хочет, идиот? С кем я серию записываю? Ну ладно, оригинально, признаю, прикольно. Я на самом деле обосрался. Я на самом деле обосрался, когда увидел Юлю. Нет, ты мне посрать! Ты всё, ты просрал свой шанс на спасение. Ребята, если вы хотите мой бункер, когда будет зомби-апокалипсис, то приходите. Вот этого придурка я приглашать не буду. Пускай он становится зомби, а мы потом его мозги выпотрошим. Поэтому мы с вами, ребята, договорились, если что. А и поэтому, если вы хотите новую серию Тролль Пряток, ставьте лайк как можно быстрее, как можно больше. Давай наберем хотя бы по 15 тысяч лайков на обоих видосах и сразу же выйдет следующая серия. Да, ребята, я хочу вам сказать, что если мы не наберем 15 тысяч лайков, то с новой серии не выйдет. Все зависит только от вас и только от вас. Вот. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, а мы с вами будем прощаться. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания.